Ну а у нас сегодня в гостях директор специализированного магазина пиротехники «Дядя Гриша» и по совместительству организатор фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад» Алексей Столяров. Здравствуйте. Здрасте. Доброго времени суток. Скажите, а какая пиротехника сейчас в моде, что берут? Смотрите, я занимаюсь пиротехникой с 1994 года, вот в этом ноябре было 20 лет. И там в конце 90-х годов, в основном это были римские свечи, ракеты и 100-зарядные торты. Ну, и ассортимент был не такой богатый. На данный момент ассортимент изделий очень большой, и люди берут салюты как и 5 залпов, и 10, и 20, и 25. И у нас даже есть продажа салюты 288 залпов. Как сделать правильный выбор фейерверка на свое торжество? Ну, прежде всего, покупать пиротехнику надо в специализированных магазинах пиротехники, где вам грамотно все расскажут и покажут. И, естественно, обратить внимание на саму упаковку. Вот у нас есть батарея салютов, чтобы она была не деформированная, там, не мятая. Инструкция была написана обязательно только на русском языке и сопровождалась сертификатом качества. Кстати, в магазине, ну, в любом, вы можете потребовать сертификат, чтобы вам показали, убедиться, что продукция сертифицирована. Самый красивый фейерверк, который вы видели, и где это было? Ну, если брать, который я видел по телевизору, то, наверное, самый красивый был в Шанхае на Олимпиаде. Ну, и у нас в России вот недавно, да, был на Олимпиаде. Если который в жизни, ну, я там был на нескольких фестивалях и в России, там, и за рубежом, но без ложной скромности могу сказать, что, наверное, одни из самых красивых фейерверков это на фестивале фейерверков «Смоленский звездопад». Потому что на данный момент у нас там и фронт около 200 метров, и люди достаточно профессионально работают. Так что в этом году я видел фейерверк, который, наверное, раньше вживую нигде не видел. А чтобы хорошо смотрелось, сколько вот зарядов надо покупать? На какие критерии обращать внимание? Ну, опять же, все зависит от людей. Кому-то и 16 зарядов достаточно, кому-то и 100 зарядов мало. Здесь, ну, можно рассказать, что мы вот специально для нашего магазина заказали такой салют «Смоленский звездопад». Его сделали в Китае, в провинции Люянг. Мы уже 2 года его делаем в честь фестиваля фейерверков. И в этом году, ну, вообще больше 90% пиротехники производится в Китае. В России очень мало ее делается. И нам удалось вот в течение там 2 лет найти завод, который находится в России в городе Владивосток. И специально для нас сделали линейку таких салютов, которые произведены в России. Теперь у нас есть собственный салют. Ну, я вижу, тут на 2 коробочках 19 зарядов. Это хороший фейерверк. Будет на что посмотреть, да? Сколько по времени, по длительности? Ну, по времени такие салюты в районе 30 секунд работают. Там плюс-минус 10 секунд. 1,2 дюйма там до 30 метров. 1,2, этот 1,5-дюймовый где-то до 40 метров будет стрелять. Ну, выше 9-этажного дома они все работают. Какие обязательные меры безопасности существуют при использовании фейерверков? Меры безопасности существуют не только при использовании, но и при хранении фейерверков. Хранить надо фейерверки в сухом месте от температуры от минус 30 до плюс 40. Главное, чтобы не было перепадов этой температуры. И использовать вдали домов, животных, строений, деревьев, подарками, под проводами. И желательно не менее 30 метров от людей. А самое главное, мера безопасности, это прочитать инструкцию на упаковке и грамотно исследовать. Тогда все будет красиво. Алексей, спасибо за интересную беседу. Прямо сейчас мы посмотрим мультик про меры безопасности. Привет, друзья, это я, дядя Гриша. Сейчас я в моем хранилище фейерверков. Оно сухое, теплое и далеко от легко воспламеняющихся веществ. Я должен быть осторожным с моим пламенем. Ох, как же я наелся чилийского перца. Видите, все упаковано и хранится в недоступном для детей месте в полном порядке. Идем за мной, здесь более 500 наименований. Сейчас выберем самое интересное. Я покажу, как безопасно запускать фейерверки. Тем более есть повод. Мои племяшки-двойняшки, им сегодня 200 лет. Они такие умницы. Привет, дядя Гриша. Отойди на расстояние вытянутой руки. Теперь поджигай. А теперь хлопушки. Как с ними быть, дракиня? 50 сантиметров. Все назад на 5 метров. Это второй класс опасности. Всегда держитесь на этом расстоянии от фонтанов и наземных фейерверков. Ты уверен?
что мы на расстоянии 30 метров. Это третий класс опасности. Летающие фейерверки, ракеты, римские свечи, батареи салютов, фестивальные шары. Держитесь на расстоянии 30 метров. Такие фейерверки удобнее всего зажигать большой бенгальской свечой с вытянутой руки. Всегда читайте инструкцию по применению на упаковке и следуйте правилам. Специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша». Город Смоленск, улица Новоленинградская, дом 16. Да, желаю вам только безопасных и красочных фейерверков. Теперь прошу меня извинить. Лечу на праздник. Пока!